Рядом со мной стоят довольно известные братья-писатели Петр и Владимир. Нестерова. Какая книга самая известная у вас? Самая известная. Мы написали лучшую поэму, посвященную второму президент. Газету «Любимый». Создали самый лучший в мире фильм. Медведев, Гутя, Анатольевич, Владимир Владимирович Путин, мировые лидеры, россияне, дружные единогласно говорят, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, Александра Владимировна, Ильича Медведева.